Накануне во Дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода состоялось торжественное открытие 4-го ежегодного всероссийского турнира по кикбоксингу на призы трубной металлургической компании. Подробности у нашего спортивного корреспондента Максима Исаенко. Организатором турнира при поддержке Северского трубного завода и трубной металлургической компании в лице Михаила Зуева 4-й год подряд выступает заслуженный мастер спорта России, старший тренер сборной страны по кикбоксингу Игорь Кулбаев. Город Полесской, он сегодня уже становится серьезным городом, серьезным имиджем по развитию этого вида спорта. У нас есть чемпионы мира, у нас есть чемпионы Европы и, естественно, чемпионы Российской Федерации. Поэтому кому как не нам, градообразующему предприятию города Полесского, поддержать этот вид спорта, и это мы сегодня делаем. Поэтому мы постарались, чтобы вам здесь было комфортно, чтобы вы получили истинное удовольствие. Для нашей молодежи. И я уверен, что в течение этих соревнований каждый спортсмен в результате сложной, напряженной, но честной борьбы покажет свои наилучшие результаты. Я думаю, что вот пока есть такие города, как Полесской, Россия никогда не победит. Я хотел бы сказать большие слова благодарности сказать администрации трубно-металлургической компании в лице Михаила Васильевича. Сказать вам большое спасибо, что вы поддерживаете спорт. Администрация Полесского городского округа, начальник управления образования, потому что то, что вы поддерживаете, конечно, есть инициативный человек в лице Игоря Анатольевича Голубаева. Но если не будет поддержки со стороны предприятий, спонсоров, тех же депутатов, то спорт в этом городе, он просто не будет жить. Турнир, который начинался как областной, во многом благодаря поддержке трубной металлургической компании, вырос во всероссийский. В этом году в соревнованиях приняли участие уже 190 спортсменов из 9 регионов страны. Кворум участников собрался весьма представительный, включая победителей и призеров первенств России, Европы и мира. В команде Полевского, как всегда, много новичков, но в родных стенах наши ребята настраиваются только на победу. Мы здесь выставили команду и новичков, и тех ребят, которые уже себя зарекомендовали, таких как Рахимов Артем и Чагин Данил. Поэтому шансы нормальные, я думаю, что 5-7 золотых медалей мы планируем завоевать. Подробности и результаты 4-го ежегодного всероссийского турнира по кикбоксингу на призы трубной металлургической компании смотрите в следующий четверг в программе «Овертайм». Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости «Твой день».